Жители городского округа Люберцы могут выбрать пруд, который очистят в следующем году в рамках программы «100 прудов и озер». На портале «Добродел» стартовало голосование, где представлено 148 водоемов Московской области. 4 из них находятся на территории городского округа Люберцы. Это Большой Красковский карьер, Птичий карьер, пруд на улице Ломоносова в поселке Томилино и пруд на улице Старая в деревне Токарево. Водоем, набравший наибольшее количество голосов, попадает в региональную программу. Итоги онлайн-голосования подведут 25 сентября. Напомню, в этом году в рамках проекта «100 прудов и озер» в городском округе Люберцы очистили 2 водных объекта – Жилинский пруд и Томилинский на улице Шевченко.